Двойного нарушителя задержали сотрудники госавтоинспекции. В поселке Солнечный инспекторы попытались остановить автомобиль для проверки документов, а владелец транспортного средства решил скрыться. Но задержать мужчину удалось во время погони. У водителя наблюдались признаки алкогольного опьянения, а при осмотре машины дорожные полицейские нашли оружие и патроны. Учебную гранату и два пистолета. Оказалось, что они были переделаны из сигнальных пистолетов под стрельбу боевыми патронами. Задержанный пояснил, что взял боеприпасы для самозащиты. Разумеется, необходимых документов на оружие у него не было. Было организовано преследование, водитель заблокирован, остановлен. При осмотре было обнаружено на сиденье и на коврике оружие в виде два пистолета, боеприпасы. Водитель был после чего оформлен за нетрезвое состояние, вызвана на место группа СОК.